На першому часу гостро соціального проекту «Червона межа». Вітаю вас, друзі. Моє ім'я Олександр Філяєв. І сьогодні пропоную розглянути нам таку тему: без даху над головою. Чому переселенцям не здають в оренду житло? Поспілкуємось на цю тему з нашими гостями. До нас сьогодні завітала Олеся Мокра, експертка з нерухомості, і Микита Пермяков, психолог громадського руху «Віра, надія, любов», який працює з внутрішньо переміщеними особами. Радий бачити вас в нашій студії. Вітаю. Добре. Трохи статистики, такої невеликої. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні на сьогоднішній день через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, вже зафіксовано понад 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб тільки в рамках нашої країни. 7 мільйонів, понад 7 мільйонів. І вагома частина людей із цих 7 мільйонів – це ті люди, які вже, ну, наприклад, не можуть повернутися до свого житла, бо воно зруйноване. Не може повернутися, бо на території, де їхнє житло, там йдуть активні бойові дії. Не можуть повернутися, тому що їхнє житло у тимчасовій окупації. Ну, багато чинників, зрозуміло. І зараз питання забезпечення житлом переселенцям стоїть неабияк гостро. Причому мова йде не тільки про соціальне житло від держави, яка б мала надавати таке житло ВПО, а що найголовніше, як на мене, це комерційна оренда для внутрішньопереміщених осіб. І ось в Одесі, сам знаю, переселенцям, ну, вкрай важко винайти собі помешкання для проживання. Там у телефонних розмовах маклери зізнаються, що хазяї тих чи інших квартир категорично проти здачі переселенцям. Виникає питання перше. Чому? І ось вам особисто, Олеся, чи доводилося стикатися із подібними випадками, коли хазяї категорично проти здачі переселенцям житла? Здравствуйте, Александр. Действительно, абсолютно актуальная тема. Для меня в данный момент это уже вторая практика в моей деятельности заселения переселенцев. Мы это пережили в 2014 году. История, к сожалению, повторяется. Але вже в больших масштабах. В больших масштабах. Если мы берем 2014 год, действительно было категоричное непринятие и невосприятие внутренних переселенцев, потому что в первую очередь, к сожалению, никто не дает разъяснения, в чем проблема заселить семью из Украины вашу квартиру. Отсюда возникали страхи и, как говорится, обрастали разговорами, кто-то что-то где-то услышал, соответственно, у людей возникал страх, и от неразъяснения, соответственно, не было заселения. Но так как я умею проводить разъяснительные работы, главное правильно объяснить позицию своих клиентов, соответственно, все шли навстречу. Если мы берем этот год, уже нету такого острого, прямо категоричного нет, потому что мы все оказались в этой беде. Потому что сегодня мы здесь, а завтра мы можем быть такими же переселенцами, внутренними, невнутренними, потому что никто ни от чего не застрахован. Одесса в данный момент считается такой зоной, где еще под вопросом, соответственно, рыночная стоимость недвижимости приятно радует как и в 2014 году, так и в 2022 году. Нету таких каких-то зверских аппетитов. Пошла соборность взаимоотношений между людьми. И есть четко градация квартир. Эти квартиры сами собственники говорят, я готов принять переселенцев. Эти квартиры собственники говорят, я хочу там строго одесскую прописку, мне другого не предлагать. Третьи квартиры там, мне важно, чтобы были хорошие люди, вовремя оплата. То есть как бы здесь эта тема затронула каждый дом. Соответственно, такого прямо отсутствия недопонимания нету.
Главное проговаривать людям, что все будет хорошо, мы вас принимаем на определенный срок. Самое интересное, пошла мода в интернете, с которым я благодарю, что есть такой эфир, я могу это даже проговорить. Собственники пишут, не задумываясь, выражение «цена во время войны» и «цена после войны». Это настолько неуместная фраза, потому что я объясняю, у нас не сезон в Одессе. И никто не знает, когда эта война закончится. Никогда никто не знает, когда война закончится. И после войны убитая экономика, о какой цене можно вообще говорить после войны? И, соответственно, люди понимают, соглашаются, и я говорю, давайте не будем создавать тревожность в тревожной ситуации и будем писать контракты стабильно на полгода, как мы это делали в жилой недвижимости, с пролонгацией далее. Угу. Что такое пролонгация далее? Проблему решаем по мере поступления. И после этого, когда происходит такое разъяснение, потому что люди, не думая, читают фразу и подхватывают ее. А когда ты делаешь разъяснение, люди абсолютно соглашаются. И мы находим точки соприкосновения и селим людей. Добре. А, Микита, ну ось ви безпосередньо займаєтеся психологічною підтримкою у хабі для ВПО від громадського руху «Віра, надія, любов», так? І ну ось... Наскільки часто до вас приходять внутрішньо переміщені особи, переселенці з проблемою без даху над головою і ті, кому відмовили у здачі житла? Ну, очень хорошая тема, и спасибо, что пригласили, потому что для меня эта тема актуальна как для человека, потому что я сам переселенец, я приехал из Мариуполя в 2015 году с мамой, с невесткой, с маленьким ребенком, двумя кошками. И как раз не ребенок маленький, не кошки, это не было основанием для отказа, а вот именно прописка в паспорте Мариуполь, это было такой хорошей причиной отказывать, причем даже в дорогом жилье, допустим, в Савиньоне, там двухэтажный дом мы снимали, потому что нас было много. Нашли через знакомых, по рекомендации и так далее. Вот. И естественно, сейчас предполагаю, что уже не так остро стоит, ну, то есть количество отказов не такое большое, но они и есть. И это я очень хорошо вижу как раз в работе, в хабе для внутренне перемещенных лиц, перша допомога, который как раз реализует общественная организация «Вера, надежда, любовь». И у нас есть формат работы как консультация индивидуальная, так и групповая консультация, когда мы группа самопомощи. И одним из вопросов есть как раз вопрос о жилье. Да, как вы устроились, были ли проблемы? И, к сожалению, каждый второй говорит, что проблемы были. То есть приехать и заселиться не получалось, потому что были отказы. Да, это касается коммерческой аренды житла, про которую мы сейчас говорим. Да, так? Мы сейчас говорим именно про коммерческое обеспечение жильем, ну, аренда фактически, потому что, ну, как бы это ни звучало, но государство у нас пока не может обеспечить переселенцев жильем. Поэтому в основном это аренда, конечно же, в Одессе. Вот. И каждый второй говорит о том, что да, были проблемы с поиском, это было не с первого раза, и были отказы. Я пытался проанализировать, а почему отказывают, то есть со стороны арендодателя подойти. Да, тут два вопроса. Первый вопрос о том, что есть некий страх в собственной безопасности собственного жилья, о том, что могут что-то там сделать, да, какие-то там обворовать, вынести, потому что в прессе такие ну, статьи на ура расходятся в телеграм-каналах. Да. Второй страх, это, естественно, о том, что люди приехали, и на самом деле это так, почти без ничего, 3 копейки в кармане, и они просто не могут, возможно, не смогут оплачивать, да, то есть постоянное жилье, то есть не будет стабильности. И третье, к сожалению, да, это вопрос, наверное, таких гибридных войн, да, когда мы говорим про некую политическую позицию, не сдаю, почему, потому что, ну, условно, то, что я слышал, да, вы там сами виноваты, зачем вы сюда приехали? В таком плані. Mm-hmm. І, конечно, це такий собі психологічний тиск, дуже вагомий. Mm-hmm. Да, на людину, що... яка біжить від війни, намагається mm-hmm. знайти собі дах над головою і отримує ось таку політичну пілюлю. К сожалению, некоторые люди, которые арендодатели, они зачем-то считают, что очень их мнение важно, и пытаются сообщить соискателю жилья, да, о том, почему отказал. Но это какие-то, понятно, внутренние проблемы самого человека, который сдает.
Но все равно это стигматизация. Люди приезжают и так, они, ну, как многие беженцы, одесситы говорят, да, даже не ВПЛ, не переселенцы, беженцы. Плюс это, конечно же, такое закрепление стигмы, да, вот стигмы, которая порождает вину выжившего, чувство вины, синдром беженца и так далее, и так далее. Сегодня, может, об этом поговорим более детально. Так, безумовно. Олеся, ось тоді виникає питання. Сам особисто дуже часто бачу в оголошеннях по оренді житла, так, здам Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, не звертатися Донецька і Луганська області. Наскільки це з професійної точки зору коректно, ось такий підхід в роботі? Ну, ваших коллег, я без особистостей. Да-да, я благодарю тоже за такой вопрос. Дело в том, что как бы я не читаю, вы очень хороший акцент сделали. Я считаю, что это абсолютно неграмотно написанное объявление, потому что я всегда говорила, нет плохой нации, есть плохие люди. Mm-hmm. И, к сожалению, в нашем обществе это все хромает от причины внутреннего конфликта самого человека, который это пишет. У меня на опыте заселения любой конфессии никогда не возникало вопросов. Даже мы селили и цыган. И когда мне боятся многие риэлторы от тех же цыган, я говорю, вы знаете, дай бог, чтобы каждый имел такую чистоту в квартире и порядок. Они заказывают полностью клининг, прежде чем их семья переступает порог. Угу. От незнания ментальности, менталитета люди пишут, потому что кто-то сказал. То есть нету думающей мысли, месседжа, когда ты пишешь эти области. Ты о чем думаешь? Ты думаешь о том, что Донецкая область, Луганская или другая область, Запорожская, Херсонская, чем-то люди отличаются? Ну так давайте возьмем паспорта, достанем из карман и покажем друг друга, кто мы. Мы же украинцы. Так. Какое имеет отношение человек, который в данный момент вынужден уехать в другую область, страдать по причине, как говорится, того, где он жив раньше. Конечно, он никогда в жизни и не хотел переезжать. Так сложились обстоятельства, как говорится, обстоятельства вынудили его уехать. И когда такое восприятие окружающих людей, соответственно, уже хочется задать вопрос тому человеку, который пишет это сообщения в интернете по областям, чем он руководствуется такое писать. Я в жизни бы такого даже, вот то, что вы мне сказали, я удивлена, я бы такого в жизни не написала. Я поддерживаю, потому что на самом деле, вот если есть красная черта в этом вопросе, это как раз непонимание того, да, что люди, они не выбрали приехать жить в свою квартиру, платить свои деньги тебе, потому что им так захотелось. Они были вынуждены, вымышленно перемещены особы. Они были вынуждены перемещены. И многие как раз этого не понимают, это чувство как эмпатия, мы говорим, сопереживание, да, к сожалению, оно хромает у нас. К сожалению, дело в том, что проблема нету разъяснительной работы тем же гражданам того же города, да, и если бы было разъяснение и регламент, да, то есть внутренняя перемещенная особа, да, там имеет дотацию, выплаты, как в Германии, да, там собственникам жилья платят за коммунальные услуги благодаря того, что они приняли человека. Есть компенсация от страны, которая приняла этого человека. И, соответственно, это полное разъяснение дает спокойствие для того, чтобы принять этого человека. И мне лично очень обидно, что нету регламента для того, чтобы все это разъяснить, потому что происходит хаос, люди обслуживают свои внутренние страхи и, соответственно, некорректно относятся к окружающим, которые действительно не виноваты. Ему не нужна эта квартира, как у меня приехала девочка с Николаева и говорит, вы знаете, я научилась 2 литрами воды полностью купаться, потому что нету воды в кране, вернее, она есть, но ми пам'ятаємо умови, в яких миколаївці жили ще кілька місяців тому, коли всім світом ми воду відправляли. Їм, это так. Мы отправляли воду, а сейчас, ну, просто там идет гуманитарная катастрофа, что люди вынуждены, как говорится, свои
сбережения тратить на арендные ставки только потому, что они не могут там находиться по этическим понятиям. Купаться 2 литрами воды, 45 прилетов в сутки, ни одна психика не выдержит ни одного человека. Понимаете, да? Соответственно, люди вывозят своих родителей преклонного возраста, и могу сказать, что это большое горе, которое мы имеем на данный момент в нашей стране. Микита, ось з психологічної точки зору цікавий підход до тих орендарів, орендодавців, які ну, ось ставлять ось такі якісь межі перед маклерами щодо здачі свого житла. Там Луганськ, Донецьк – ні, а Південь України – так, наприклад. Що це? Звідки? Це незнання ситуації, це жадібність. Ну ось як її можна було пояснити? Ну, это вечный вопрос. У нас же такая нация судьболюбивая, да, и поэтому у нас каждый имеет право говорить, читать, что он и думать, что он хочет. Вот, поэтому вопрос, почему так делать? Ну, потому что есть определенные страхи, да. Первый страх, я уже говорил, о том, что они будут оплачивать. Второй, что могут ограбить квартиру, что разрушить имущество. Третий, это некое политическое предубеждение, да, в том случае, что, ну, возможно, там борьба с сепаратизмом таким вот образом происходит, что-то еще зовут не те люди. Вот, поэтому люди имеют право, в принципе, если глобально, да, люди имеют право в данном случае не сдавать свое жилье, потому что это их конституционное и законное право, да. Кому хочу, тому сдаю, кому не хочу, тому не сдаю. Вот. Вопрос в том, что, к сожалению, это происходит, и, к сожалению, может быть, об этом нужно больше говорить, да. И еще очень то, что обычно, как мне кажется, тут имеет значение, это то, что люди обобщают. Потому что каждый соискатель, да, то есть кто арендует квартиру, это каждый-то человек. Индивидуальный человек со своими привычками, своим характером, со своей историей. Вот. Но мы пытаемся, особенно арендодателя, обобщить вот, переселение. Это какое-то общее такое вот навязанное масс-медиа, личным мнением, какой-то такой образ, который, к сожалению, у нас негативный почему-то в государстве. Ну и тем больше, что, если пригадать посты у деяких телеграм-каналах тих чи інших хазяїв, які здавали переселенцям, це все від людей залежить, повністю з вами згоден, ви казали, і в якому стані цю квартиру повертали, то у цьому випадку ну, психологічно навіть можна було б якось виправдати цю ситуацію. А чому я зараз, в переддень осені і опалювального сезону, хочу про це поговорити? Це тому, що, ну, ось, наприклад, на сьогоднішній день є обов'язкова евакуація з Донецької області через неможливість проведення там ефективного опалювального сезону. Куди ці люди поїдуть? Де їм шукати житло? І ось саме тому і хотів би я поговорити про те, чи є, наприклад, якась корпоративна етика між вами, власниками агенції нерухомості, маклерами, щодо ну, єдиної позиції допомоги. Це, по суті, вже допомоги людям. Або тут теж на власний розсуд люди дивляться, аби там заробити. Ось як вважаєте? Я можу сказати, діло в тому, що так як я багато років в недвіжимості, у мене вже своя аудиторія собственників, і більше я працюю по рекомендації, коли мій контакт дають в інші сім'ї. Можу сказати, то, что моя гражданская позиция – делать разъяснительную работу для того, чтобы люди не имели каких-либо страхов принятия внутренних переселенцев. И я благодарю то, что я действительно, когда делаю разъяснения, у меня уже есть там два дома, которые мне просто сказали, Олеся, для переселенцев там цена 2500 гривен. Я говорю, окей, да, ну то есть как бы неважно, там сколько животных, сколько людей –
вот сколько мы примем, да, то есть как бы по ценовой политике абсолютно тоже лояльные лично мои собственники, потому что понимают, что лучше иметь хоть какую-то стабильность, нестабильное время, пусть мы заработаем в этой истории меньше, как я их учу и говорю. Для нас важна сохранность имущества. Если вы будете гнаться за чеком, соответственно, от вашего жилья ничего не останется. Пусть мы скромнее по цене сдадим, люди будут благодарны вам за хорошую стоимость, соответственно, они сохранят ваше имущество в знак благодарности. То есть, как говорится, какой привет, такой ответ. Вот какой мы месседж несем клиентам, такой мы месседж обратно получаем. Соответственно, действительно, эти точки соприкосновения находятся, люди селятся, прописки мы даже так, как говорится, смотрим только для заполнения договора. Акцентом мы на это вообще не делаем. Ну, лично я, у меня вообще этого акцента не было в 2014 году. Единственное, мне было сложнее заселять, потому что... В 2014-му? В 2014 году было такое же лето, не было сезона. Также был наплыв Донецк, Луганск, переселенцы. Вот тогда было действительно сложно, потому что это первый раз. Да? И мне приходилось делать разъяснения. Вплоть до того, что просила поручителя в Одессе, для того, чтобы приняли эту семью. И максимально входили в это положение. Тогда были действительно страхи. То есть если бы вышла определенная там, программа, с выступлением руководителя, который дал бы разъяснение, да, то есть как бы тогда бы не было этих страхов. Сейчас как бы уже легче селить, уже не надо там кого-то поручителя искать, уже все спокойно относятся, просто вопрос цены. Цена у нас минимальная, которую мы даем. І про це ми трохи пізніше теж поговоримо у другій частині програми. Залишайтесь поруч, далі більше. На першому міському триває проект «Червона межа». Сьогодні, нагадаю, обговорюємо тему «Без даху над головою». Чому переселенцям не здають в оренду житло? Розкриваємо цю тему разом із нашими гостями. До нас сьогодні завітала Олеся Мокра, експертка із нерухомості, і Микита Пермяков, психолог громадського руху «Віра, надія, любов». У першій частині ми з вами констатували факт, що на сьогоднішній день дуже багато орендодавців, які мають квартиру, але не здають переселенцям. Такі випадки є, вони чималі, і це факт. А чому так відбувається? Це вже психологічна складова, або таке собі бачення проблеми у тих чи інших агенцій, які займаються цим питанням, так, задля більшого заробітку. Давайте до психологічного боку підійдемо. Ось ті люди, які до вас приходять на консультації, Микита, і ось з явним відторженням, це дискримінація по суті, так, людська по регіональній ознаці, так, з якими психологічними відчуттями ось вам доводиться стикатися, чим до вас приходять люди? Ну, во-первых, нужно понимать о том, что люди, которые приходят, они и так уже травмированы. Мы говорим про острую стрессовую реакцию или ПТСР, да, мы говорим про некие состояния, которые человек проживает, и явно это не положительные состояния, да, то есть это больше негативный такой эмоциональный фон, и понятно почему, потому что, окей, если приехали люди из города, где более-менее потише, да, у них понятно, что есть травмы, но есть люди, которые приезжают из подвалов, которые по полтора месяца в подвалах. И очень важно понимать, в данном случае, что жилье, еда, одежда – это базовые потребности. Если брать пирамиду потребностей, да, того Маслоу, то это первые потребности, на которые мы обращаем внимание. И если человеку есть дефицит в реализации этой потребности, то есть ему не хватает, допустим, негде жить, потому что не сдают, понятно, что это еще ретравматизация, дополнительная нагрузка. И окей, если человек приехал сам, а если приехал с пожилым родственником, с детьми, с животными, таких много очень, то это еще и ответственность за
кто, допустим, папа или мама, да, они должны поселить детей, должны поселить, допустим, маму там, да, взрослую, с кошками, с собаками. Очень сложно жить в каком-то приюте, к примеру, или вообще не знать, куда тебе податься. И, конечно, конечно, это... как ну, свой отпечаток накладывает. Вот. Вопрос в том, что когда нам отказывают в аренде квартир, как вот мне рассказывают люди, они испытывают разный спектр эмоций. И все эти спектры эмоций, он очень хорошо ложится в теорию, да, переживания горя-потери. В данном случае потеря безопасности. Это или отказ по-другому. Да, то есть нам отказали. И есть несколько стадий, которые человек должен пройти. Первое, это, конечно же, отрицание, да, ситуации. То есть человек в это не верит, человеку с этим трудно смириться. Второе, это такая агрессивная стадия, это агрессия. Люди злятся, да, причем злятся и на себя отчасти, появляется чувство вины, вины выжившего так называемого, да, что они сюда приехали в безопасность, там люди остались в этом, в опасности. Синдром беженца тоже обостряется, да, это, опять же, потеря жилья, которое было, это страх осуждения и так далее. Плюс стигматизация сюда же, да, дискриминация, то есть как переселенцы, особенно в Донецкой и Луганской области. То есть возникает агрессия. И, конечно, на людей тоже агрессия, на окружающих. Да? Вот почему вы так со мной поступаете? Третья стадия – это стадия депрессии. Очень часто люди приходят, когда спрашиваешь, а где вы поселились, как вы живете, начинают плакать. Почему? Потому что, во-первых, поиск был сложный, потом снимают то, что уже получилось, а не то, что хотелось. Да? Потому что есть, ну, а, ну, а где жить, по большому счету? Вот, какие-то полуподвальные помещения, я знаю, люди живут. Живут в каких-то частных домах, вот на Слободке, там, на Молдове. Даванки. То есть такое жилье, которое одессит, в принципе, не снимет, да, то есть не хотят снимать такое, такой неликвид. Вот, и поэтому есть такие депрессия, переживания, какие-то вот грустные мысли, могут плакать. Потом, как правило, когда мы говорим, ну, окей, давайте действовать, что-либо делать, да, появляется такой внутренний торг. Ну, окей, тут не сдали, буду искать другое, да. Сейчас очень часто мы об этом говорим в преддвериях зимы, потому что непригодные для проживания зимой помещения, в которых живут люди, приходят, рассказывают, они уже приняли решение, что им возвращаться некуда, допустим, в Северодонец, там ни воды, ни света, ни газа, они там не перезимуют уже. Вот. И они, окей, до весны мы будем в Одессе. То есть решение принято. И в этот момент начинается торг в поиске жилья. Начинают искать какие-то другие варианты жилья, где, допустим, не отопление городское, да, а где есть АГВ стоит, чтобы меньше платить, там, контролировать расход газа и так далее. То есть вот это все нужно прожить, вот это все нужно прожить и помнить. Первое, не принимаем на свой личный счет. Когда человек тебе отказывает в аренде жилья, потому что ты приехал из Донецкой области, он отказ к какому-то такому сборному образу, да, негативному, который у него есть. Но ни в коем случае не тебе, как человеку, наверняка хорошему человеку. Второе, не зацикливаться на отказе. Нужно пережить все стадии, принять отказ, естественно, да, может попереживать, поплакать по этому поводу, вот, и идти дальше. Ну и третье, конечно, да, это вот не складывать ручки, да, и не понимать, и не становиться в позицию жертвы, когда мне все должны. На самом деле так происходит, что нам никто ничего не должен, даже если мы являемся перемещенными лицами, то есть переселенцами. Нужно как та вот в банке, помните, лягушка, да, била-била с молоком, била-била-била-била лапками, и в итоге, соответственно, поднялась наверх, взбила масло, да, и смогла вылезти. То есть не отчаиваться в данном случае и понимать, что переживать отказ нужно и можно. Погоджуюсь на усі 100%, але ж дуже важко цього на емоційному стані, коли тобі відмовляють у відкриту якось контролювати у свої емоції у цьому питанні. Але дуже дякую, добрі лайфхаки. І, Олеся, до вас питання. Ну, дивіться, як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. Є деякі такі регіони в нашій країні, які, побачивши величезну кількість, більш-менш спокійні регіони, так, які побачили величезну кількість внутрішньопереміщених осіб, які до їхнього регіону прибувають, накрутили ціни на аренду житла до невимовних, просто в голові не вкладається сум. І люди все ж таки змушені їх брати. Одеса у цьому питанні, звідки ми віщаємо так, ну, вона більш толерантна до переселенців. Так? І ціни, які мають на сьогоднішній день і одесити, і переселенці, вони однакові, вони низькі по суті. Навіть ніже, да. Так. Але ж
Прийдешня зима обіцяє бути дуже складною, про це багато хто говорить. І кількість тих, хто буде шукати житло у нашому місті, ну, також збільшиться. Як ви вважаєте, ось ця толерантна тенденція до переселенців і оренди житла, вона збережеться? Да, я думаю, что по тому тону общения с собственниками она сохранится, потому что все понимают, что придет квитанция зимой за отопление, и никто не понимает вообще, какая будет цифра. И в данный момент лучше принять людей, которые заплатят на порядок ниже аренду, но будут брать на себя обременение всех этих квитанций. Соответственно, ценовая политика сохранится в таком формате, потому что многие уже понимают, что это будет самая сложная зима за независимость нашей Украины. И, конечно же, все думают на предупреждение проблемы. Зачем носом крутить сейчас, когда есть поток людей, который идет? Лучше заселить нормальных людей. Неважно, какая прописка. Главное, чтобы была толерантная стоимость. И многие собственники не одну квартиру в собственность имеют, потому что и доходы они потеряли. Угу. Есть семьи, которым просто квартиры в наследство случились, и сами собственники остались без работы. Поэтому коммунальные и налоги никто не отменял. Война войной, коммунальные заплати, налоги заплати, и люди понимают, что лучше пусть я меньше заработаю на хлеб с маслом, но у меня не будет долговых обязательств по коммунальным расчетам перед державой, потому что теплосети, Инфокс, водоканалы, это все тоже обслуживающие организации, которые должны нам качественно подавать ту же воду, то же тепло, тот же газ. Это все же питання нашего побуту и да. комфортного житла. Да. Так? Поэтому это в первую очередь мы платим за комфортность. И Одесса также подтвердила, что цена аренды, не буду говорить за всю Украину, но если брать основной такой город, который всегда был недешевый в летний период, то это самый, наверное, самый дешевый сезон, самая дешевая аренда. И все-таки не зря называют город Одесса мама. Она принимает, она лояльна, и многие чувствуют себя комфортно здесь. А если собственник с арендатором не может найти общий язык, то все-таки я считаю, что это работа риэлтора – найти точки соприкосновения и провести разъяснительную работу, и тогда все будут счастливы. Ну ось ми говорили, Микита, про такий зібраний образ переселенця, так? Ну, у негативних фарбах таких. А та людина, яка перебуває зараз у пошуках житла і зіткнулася вже, наприклад, з кількома відмовами, чи є якісь психологічні важелі задля того, аби мотивувати себе не опускати руки, знайти правильний підхід до орендодавця. Ось що має знати переселенець для того, аби ну, не стати на узбіччі дискримінаційних оцих проявів? Ну, я скажу о том, что вот когда ну, мы работаем, у нас есть гуманитарная помощь, и мы работаем не только с переселенцами, у нас есть дни, когда к нам приходят просто одесситы. Да, ну, одесситы в сложных жизненных обстоятельствах, многодетные семьи и так далее. И они все стоят в одной очереди, и очень часто такое, то, что я слышу фразу о том, что вы здесь не то чтобы понаехали, как бы, ну почему вам столько много внимания и все, да, а нам настолько мало. Вот, это прямо претензия такая. Вот, я хочу сказать о том, что когда я спрашиваю людей, а что вам вот в течение недели сложно делать, самое сложное дело. Очень многие говорят о том, что вот мне больше всего тяжело ходить за гуманитаркой, стоять в очереди. Почему? Потому что у меня была раньше работа хорошая, у меня раньше были заработки хорошие. Я заходила в магазин, ничем себе не отказывала. Я могла купить все своим детям. А сейчас как будто я прихожу и прошу, как будто вот, ну, не то чтобы милостыню, но почти, да. Тут там крупу, макароны, там какие-то каши, консервы и все. И очень важно
понимать, наверное, арендодателям о том, что на самом деле люди находятся в таком сложном состоянии, да, они чувствуют себя униженными, хотя, по идее, так быть не должно, потому что, как написано в 117-й школе, там лозунг большой, да, вы не беженцы, вы гости города, гостей мы обычно с радостью встречаем, да, и гости – это не просители, а мы пока что, вот, большой социум, да, ставит как раз этих переселенцев в роль просителя. Вот, что делать именно… Человек, которому нужно найти жилье, ну, тут, во-первых, принять тот факт, вот есть реальность, да, вот такая вот реальность. Я могу сказать, что в этом городе огромное количество сервисов, людей, хороших арендодателей, хороших специалистов по недвижимости, да, которые готовы сотрудничать, которые делают все на своем месте для того, чтобы, ну, каким-то образом дать человеку почувствовать себя гостем, да, а не беженцем и там просителем. Вот, есть комьюнити, что нужно делать? Нужно общаться с другими переселенцами, потому что вот в тех же очередях, на базе нашего хаба мы проводим инфовстречи разного характера, мы проводим психологические тренинги. И, как правило, это сарафанное радио. То есть, допустим, вот с Олесей, да, вот я сейчас, мы познакомились на эфире, я могу давать уже контакты, допустим, ее, потому что у нее есть толерантная база предложений, да, для переселенцев. То есть такой нетворкинг легкий, не отчаиваться. То есть два раза отказали, на третий раз все получится. Ну, просто такая ситуация, просто так уже получилось. Олеся, наскільки багато пропозицій на ринку тих людей, які не мають власного житла, а зайвого, скажімо так, яке їм пасивний дохід приносило, але у них доволі велика квартира, яку вони готові розділити із переселенцями? Є такі, хто готовий до себе прийняти на певних умовах? Нет, я такого не встречала, потому что это больше европейский формат, то есть это в Европе как бы комнату там отдают, этаж в частном доме отдают, а здесь как бы больше приватная территория, то есть как бы легче они сдадут отдельное жилье, либо комнату в коммунальной квартире, да, то есть как бы, да, там коммунальная квартира, понятно, что может жить собственник в одной комнате и сдавать внутренним переселенцам там другую комнату, правильно, то есть именно личное жилье, как бы личное пространство, это все настолько индивидуально, потому что это же все-таки одна кухня, все, ну, это да. Коммунальные квартиры, собственники уже, как говорится, все стандартно, все приучены, комната в коммуне, общая кухня, кухня на двоих, на троих, на пятерых. А личное жилье, личное пространство все-таки собственники оставляют за собой. И все одно радий був бачити у пропозиціях подібного роду оголошення тим, хто вагається, Микита, приймати чи не приймати до себе переселенців. Що б ви сказали? Я бы сказал о том, что человек познается, как правило, в беде, да, и очень хорошая позиция, которую сложно наверняка исполнять в своей жизни, но все-таки подумайте, а если бы я был на месте этого человека? Да? И вот как бы ты поступил, если бы меня не принимали, да? Если бы мне говорили, вы там понаехали или там сами виноваты, вот как бы ты себя чувствовал? Поставить просто на место другого человека и задуматься все-таки о том, что каждый человек – это отдельный мир, отдельная история. Возможно, это вы сейчас отказали заслуженному врачу Украины. Возможно, вы отказали учительнице с детишками маленькой, которая из Николаева с подвала приехала. Возможно, вы отказали человеку, который помогает другим людям и так далее, да, то есть на самом деле всегда нужно смотреть, подумайте о том, кто перед вами, и лучше лишний раз спросите, а кем вы работаете, узнайте личную историю человека, прежде чем отказывать, потому что, возможно, это будет один из лучших ваших арендаторов, да, вашей квартиры, и вы будете за него спокойны. Это больше на час войны. Угу. А вам, вашим коллегам, які не можуть знайти правильних слів і аргументів для орендодавців. Що б ви рекомендували? Ви знаєте, є таке вираження, недавно мені сказали, «Розвивайте свій речовий апарат. Ви йдете в недвіжимость для чого?» Вот всегда я задаю вопрос, когда приходят ко мне на работу, цель твоего визита – это ремесло. То есть если вы несете месседж только заработать,
тебе уже здесь не место. Потому что это такой же бизнес, где ты должен в первую очередь дать сервис. А сервис заключается в том, чтобы человеку было комфортно после. Что после? Что ты сдал? После. Ему комфортно, после к нему не приходят. После он находится в той локации, где он хотел. То есть как бы все деньгами не исчисляется. Я за то, чтобы риэлтора в первую очередь научились давать качественный сервис. Потому что если у тебя нету сервиса, и ты однодневка, то зачем ты сюда идешь? Ты же портишь нашу профессию. Вот могу вот такое пожелать. Ну, хотілося б, аби усі нас почули, і ті, хто активно перебуває у пошуках житла, і тих, хто може допомогти тим, хто його наразі шукає. Зима буде складною, зима буде дуже складною, тому якщо не ми один одному допоможемо, то виникає питання, хто. І тільки добре ставлення один до одного – допоможе нам одержати ту перемогу, на яку ми всі так довго чекаємо. Друзі, можна вирішити проблеми з нестачею або з відмовою орендою житла. Шукайте професійних маклерів, шукайте психологічну, професійну допомогу. І ніколи не залишайтеся сам на сам, вам обов'язково допоможуть. І у цьому ми сьогодні переконалися. Сьогодні говорили на тему «Без даху над головою, чому переселенцям не здають житло». А свою думку з цього приводу висловили наші гості. У нас сьогодні була Олеся Мокра, експертка з нерухомості, і Микита Перм'яков, психолог громадського руху «Віра, надія, любов». Не будьте байдужими один до одного, бережіть себе і тих, хто вас оточує. З вами був Олександр Філяєв, побачимось наступного тижня, бувайте!